Есть. Есть поклевка. Не ожидал я. Щука есть. Сама идет к нам. А! Хорошая щука. Так, как мы ее возьмем? Видали, что творит? Попробую с берега подальше побросать. Может, что-то мы сегодня и выманим. Здравствуйте, друзья. Сегодня будем ловить хищную рыбу. Будем ловить вот на береговой спиннинг. Я взял сегодня тест 5.21, длина 1,74 м. Вот. Катушка у меня цуриное нано 5000. Хорошая катушка, уже 3 года ловлю. Зимой я разберу ее, покажу, посмотрю, как она внутри. Я ее разбирал, как новая бы. Все подшипники заявленные есть. Катушка хорошая. Можно брать. Можно брать и 3000, 4000. Она так, как дайва 3000 по размеру. Для таких условий, как я ловлю, она в самый раз. У меня трава, тяжелые условия. Она нагрузку выдерживает хорошо. Погодка сегодня щучья. Ветерок пасмурно. Прохладно. Должна наш... клюнуть. Сейчас побросаем воблера, колебалки. Виброфосты, твистера, вертушки. Я сегодня набрал много. Хочу попробовать. Может, на что-то она и клюнет. Карп видели? Небольшой, 2,5 кг. Но не меньше 2 выбросился. Сегодня карп, наверное, клевал бы. Есть. Есть поклевка. Не ожидал я. Щука есть. Сама идет к нам. А! Хорошая щука. Так, как мы ее возьмем? Видали, что творит? Подсака нет. Дай-то подсака! Она клюнула.
Хорошая щука! Видали? Это аппарат. Я руками сделал. Спасибо. А мы на карась подгибал, блин. На горох. Ага. Вот это аппарат. Питаю. В районе 3 кило. Вот это аппарат. И все-таки, друзья, я ее выходил сегодня. А, слегка зацеплено, смотрите. Вот. Зацеплено чуть-чуть. Я и боялся. Вот это. Но держится хорошо. О. Смотрите. Это щучка. Это щучка. Сейчас я здесь. Ну, спокойно, спокойно. Спокойно, аппарат. Взвесим. Кто сколько скажет? Я говорю 2,5. А мы посмотрим. Нету 2,5. 2,260. Ну ничего, хороший аппарат. Я думал побольше. Все-таки я уже хотел домой идти. С утра проходил, сейчас 2 часа дня, я вышел 8, с 8 до 2 часов, поклевок не было, поставил крупный виброфост, и она клюнула. Надо было сразу его ставить. Я не ставил даже его. А так, думаю, куда такой крупный? Крупный, яркий. Ну, будем облавливать. Вдруг еще будет. Ребята рядом ловлять карпа и карася. Я уже у них попросил подсак.
Думал, она крупная, чтобы не сошла. Они пока принесли. Я уже взял руками. Хорошая щучка. Не трофей. Но щучка классная. Я сегодня на что только не пробовал. Воблера любые. Колебалки, вертушки. Ничего. А это поставил крупный виброфост. Он у меня лежит в коробке. Я им редко пользуюсь. А по крупничку он работает. Вот, друзья, закончил я рыбачить на хищника. Была одна поклевка у меня. Думал, ничего сегодня не будет, но поклевка была. И щучка вы видели какая. Щучка классная попалась. Вот щучка. Поймал я ее на вот такую, такой виброфос большой, такого цвета. Вот такой расцветки. Ну все, на сегодня уже рыбалку закончил. Кому понравилось видео, ставим лайки, комментируем и подписываемся на канал. До свидания.